одна жизнь за сценой совсем не то. Я уверена, что если бы хоть кто-то это увидел, как там все творится. Как это сложно. Когда у тебя уже нет сил опять выйти на сцену, но ты должен выйти к зрителю и все ему отдать, что в тебе есть. Наверное, это стоит того. Это стоит, да. Вот это вот само чувство, оно стоит вот этих вот переживаний, вот этих нервов, слез, да, которые, когда мы что-то забыли там, или нас наругали, нас отлупили, но это классно, действительно это классно. Неважно вообще, кто рядом стоит, просто быстрее скидываешь все. Опять на тебя натягивают этот костюм, который ты просто не можешь натянуть, потому что тебе жарко, с тебя все бежит, и ты просто его через силу этот костюм на себя натягиваешь и опять бежишь, танцуешь. Конечно, это сумасшедший, бешеный ритм. А когда девочкам буквально 2-3 минуты дается для того, чтобы переодеться, приготовиться к следующему танцу и выйти на сцену. Но как они выходят? Они выходят с улыбкой, с искоркой в глазах и ни капли усталости. Но они просто молодцы, большие молодцы. Прелесть в гастролях – это... Вообще очень велика прелесть. Это тогда вот столько хлеба на 26 человек, наверное, мы только можем делить. Да, на каждого по кусочку, но это каждому должно достаться. Вот, наверное, все эти поездки, вот эти вот гастроли, они, наверное, нас научили быть дружнее и добрее друг к другу. И в основном нас, как бы, всех научила Татьяна Вениаминовна, что это... Вот когда ты едешь, если у тебя есть кусок мяса, что это не твое личное, а это все общее. Да, все общее. У нас нету, допустим, вот это майка моя, там, не знаю, хлеб там мой. Все общее всегда должно быть. Это правильно. И это самых с маленьких лет в каждом из нас. Не помоляешь, не поешь. Вот эти поездки, значит, очень сильно сближали наших детей. Они, старшие, ухаживали за младшими, младшие тянулись к старшим. И поэтому, в общем-то, вот это чувство коллективизма, чувство ответственности друг за друга, вот именно родились, как я считаю, ну, в основном даже вот в этом коллективе. Это многочисленные репетиции, это доверие в первую очередь детей и родителей. Это много-много-много пота. Это много мальчики, которые поднимали не единожды девочек. Это многие килограммы, которые они поднимали и тут же теряли. Это девчачьи стоптанные каблуки. Это синяки на ногах. Вот это то, чем мы достигали наш успех. Не можешь без этой суеты, без этих подготовок к чему-то, вот этих вот выматывающих репетиций. После вот этих вот репетиций, которые мы танцуем по часа два, бывает и три, если куда-то очень надо нам. И приходишь домой, у тебя такое состояние в то же время и усталости, но эта усталость так тебя радует, что хочется еще и еще. Вы знаете, это очень сложно, когда ты идешь сюда, это школа, там, я не знаю, дом, у тебя нет сил, ты все равно идешь сюда. И
Второе дыхание. Конечно, бывает, где-то там спорим, там хочется иногда просто все бросить, уйти, особенно когда что-то не выходит. Но потом ты еще раз все обдумываешь и знаешь, что есть цель, и ты взял эту цель, потом тебя именно еще ставит выше цель, мы ее все вместе опять берем. Все же ведь не так просто. Для этого мы и ходим сюда, чтобы все время быть выше и выше. Когда моему сыну было около 5 лет, мы с ним попали на концерт группы «Радуги». Мне тогда очень понравился этот коллектив. Во-первых, как мастерски танцевали дети. Я просто была поражена танцами. И до такой степени они были красиво поставлены. И, конечно, это большое значение имеет руководитель. Руководитель у них замечательный. И мы тогда решили, что обязательно надо пойти в танцы. Я, например, хочу связать свою жизнь с танцами. Если у меня получится, я попробую поступить в специальный институт хореографии. Я постараюсь, как бы, я вообще, ну, мне хочется, я все-таки не как хобби, а вот как личную профессию связать вот жизнь с танцами. Так, помните, что вперед, назад, раз, два, три. Татьяна Вениаминовна для нас всегда была и остается, значит, руководителем, именно тем руководителем, который был не просто как бы любил наших детей, лелеял их, он относился к ним, она относилась к ним очень строго. То есть она всегда с них спрашивала, если она давала что-то им, то и требовала отдачи. И я считаю, что она делала это правильно. Потому что в коллективе была всегда железная дисциплина. Как бы не было такого «хочу», «не хочу», «могу», «не могу», «не можешь» – «отдохни», «не хочешь» – «ну посиди». То есть такого, чтобы вот она заставляла вот прям вот «иди делай». Ну, всяко бывает. Но в этом отношении, конечно, всегда нам очень нравилось, как она относится к детям. Татьяна Мина работает с нами очень хорошо. Мы все стараемся, никто не халявит, вот, все тянем носочки, носики, улыбаемся. 4, 5, 6, 7, 8, увидали друг друга, чмоки-чмоки там всякие. Сейчас, вот теперь вот так. Ну, наверное, во мне они видят еще не просто руководителя, учителя, наверное, во мне видят друга, поэтому знаю много девчачьих слез, много переживаний, скажем так, первой любви, наверное. Ну, много знаю чего, но, конечно, это только наши секретики. А для нас она вторая мама. Да, она вторая мама. Радуга для нас вторая семья. Здесь мы проводим, мы стараемся проводить больше времени. И как бы, и, во-первых, для нас она преподаватель. С нее мы берем пример. Она нам помогает, даже когда у нас проблемы. Даже ругают за плохую учебу. Нынче у нас выпускается, к сожалению, 6 человек. Для меня это как бы всегда болезненный момент. Представляете, мы с ними 11 лет, и они больше потом от даже нас уходят. Это, ну, всегда хочется даже плакать. Больше, да. Их будет очень сильно не хватать, потому что на самом деле мы же семья большая. И когда кто-то уходит, это всегда очень Это очень печально, когда мы уходим. Это мы, конечно, будем приезжать, будем заходить частенько, когда будем находиться здесь, но все равно это уже будет не то, что прежде. Не гастроли, не будет хватать просто времени, наверное, и возможности. Талантливые дети, родители, взлеты, падения, успех, усталость, улыбки, смех, слезы, образы, роли – все это и есть слагаемые радуги. Она бывает доброй и строгой, слабой и сильной, но какой бы она ни была, она останется самым удивительным воспоминанием в жизни.
Yeah.
прыгать.